С нами Александр Сидоренко, ветеран нашей команды. Саш, ну расскажите вообще в целом, как ощущение, как... Сколько ты зарабатываешь? Как? Если встретишь Путина, что ты ему скажешь? Как вообще вот сегодняшний соревновательный дня? Бежал 60-й, на самом деле, в первый раз на соревнованиях. Вообще ожидалось более лучший результат. Не знаю, что произошло. Будем смотреть повторы, замедленные съемки, разбираться и дальше тренироваться. Как так получилось, что вы уже в легкой атлетике достаточно долго, то есть, ну и, наверное, лет 6 точно. И как так получилось, что вы впервые бежали 60 на соревнованиях? Обычно меня оставили на 400. Сейчас... Вы недавно на полиатлоне показали неплохой результат, да, и поэтому вас поставили на 60, видимо. Ну да. Ну, на самом деле, мы не тренировали 400, поэтому бежать 400 было. Я же не Илья. Чтобы бегать все подряд. Вот такой вопрос еще. Вы в чем вообще черпаете свою мотивацию уже вот в таком преклонном возрасте? Продолжаете выступление. Вы не подумали, что о завершении карьеры, типа, дать дорогу молодым? Я или об этом подумал. Какие вы еще преследуете личные достижения? Назад. Ну, как мотивация? Интересно, приятно. Хороший коллектив, хорошая, да? Компания, да. Здорово. Почему бы и нет? Ну, мы желаем вам удачи завтра на 200 метрах. Вот, надеюсь, вы реабилитируетесь после сегодняшнего неудачного старта. Спасибо.